Five Stars. И команды Kerchnet, The Train, защита Kerchnet. Я предвещаю очень много боли команде Five Stars. Kerchnet не пожалеют молодежь. Я уверен, и будут сейчас показывать им, устраивать мастер-класс. Но, может быть, Five Stars нас чем-то и удивят. Но первая половина в атаке, конечно, для них это звучит немного как приговор. Но посмотрим, посмотрим. По инфе говорить все не могу. Я думаю, все уже привыкли, что на таких трансляциях, когда команда сидит на сцене, они меня слышат. Ну, не до конца, конечно, слышат, но лучше не рисковать. Так, в центре была встреча. В центре была встреча, но без минусов. На зелени минус Блейд. От Блейда он ставит хедшот Дарту. Дальше мансует кучу за ящиком. Его контролят. Большая перестрелка. Блейд второй хедшот ставит. Бондик на зелень. По-моему, нет, Бондик в мидле уже убил Кепича. Загнали ТТ на зелени за ящиком. И все. Остался один Джошик. Молись, Джошик, молись. Ну все, поймали по ногам, минус от Дамьена. Без потерь, под 0, 1-0 в пользу Kerchnet. Ну и как я говорил, что игра может получиться быстрой, но здесь сейчас Five Stars будет, в принципе, основной темп задавать. Они играют в атаке, от их действий будет скорость игры зависеть в большей степени. Но количество раундов, конечно, больше зависит от команды Kerchnet. Ну, в любом случае, хорошая проверка для Five Stars. И хороший опыт, игра на сцене сильной команды, это неплохо. Главное не расстраиваться после жестоких избиений. Они могут быть. Минус 2, минус 3, эко, минус 4, минус 5. И по-прежнему 0 фрагов на всю команду для команды 5 звезд. Kerchnet без вариантов. О, очень интересная подпись у Созика. Он любит... Созик, что это? Кого ты любишь? С руля? Что это такое? Мне мои... Ну ладно, ладно. Потом спрошу. Еще один эхо. Минус 2, минус 3. Бондик. Бешеный аймер. Минус 3. Царский блейд. Снова 0 фрагов у Five Stars. Ну вот теперь паузу. Опа. Что случилось? I don't know. Худ. Say текст. Один. А, чат еще не вырубают на наших ЛТВ. Худсей текст 0 тогда. Вернем назад. Тун-тур-тун. Настройка вентрила. Созик, видимо, плохо слышит. Либо я ему мешаю. Конечно, тяжело играть на сцене, когда есть комментатор, когда слышно звуки с игр, когда шумно. Там немножко по-специфическому настраивается на больше, на другой чувствительности. Вентрила, TeamSpeak, там неважно, в чем вы играете. Ну что, первый оружейный раунд между Kerchnet Five Stars. Второй тур. 1/8. 1/8 по системе Double Elimination. Дальше мы будем смотреть уже, надеюсь, с вами четвертьфиналы. Ну а там уже пойдет основная заруба. Ну что ж, внимание на карту. Смотрим за командами и за их действиями. Первый раунд на оружие. Надеюсь, сейчас свой первый фраг в этом матче сделает кто-то из команды Five Stars. Но это будет не так уж и просто. Kerchnet — команда топ-уровней, конечно, с таким коллективом тяжело бороться. Вот, поднимаются, все лучше и лучше играют Kerchnet с каждым матчем, с каждым турниром. Бондик уже классно, очень неплохо играет. Зозик включился, там Царский попадает. Дамьен очень классно вписался в коллектив, конечно, очень. Вообще нравится игра Дамьена. Только хорошие слова я могу сказать, что вижу это. И многие игроки многих команд крайне хорошо отзываются о Дамьене. Минус от Дарта. Вот он, первый фраг для Five Stars. 4 в 4. Сняли Бондика. Время есть еще. Есть. 35 секунд. Минус от Созика. Ловит он на Б куча. Блейды снимают за трансформатором. Ну, смотрим. 3 в 3. Минус от Царского. Конечно, вы видите хелсы. Тут у кого они лучше. Ну и времени уже мало, 20 секунд, минус наверх-вниз, снова Царский. Оп, ну тут он уже просто в аркаду пошел, не знал, что наверх-вниз еще соперник, получил Царский. Немножко тупо отдался, но неважно, наверное. Сейчас команда Kerchnet свои слишком сильно много сил тратить не будет на эту встречу там. Да ладно. Ну вообще расслаблен, 4-0 на самом деле, это все фигня. Что за крики вообще, что за... да ездишь. Тут можно таймер засекать, за сколько может матч, наверное, закончиться. Ну, увидим, увидим. Может быть, Five Stars еще что-то покажут, но у них, опять же, сложная
начало. В психологическом плане, конечно, молодым тяжело так вот такую игру там поверить в себя и поверить, потащить, вытащить. Это все не просто. Аркада Б обломалась. Минус 3 от Керчнет. Два игрока остается у Five Stars. И тут, конечно, сейчас Созик им устроит. Опа, дал демеджа. Созик отошел. Ну и вот теперь тут, конечно, вряд ли что-то получится придумать у парней из команды 5 звезд. Коньяк точно. Слишком молодые для такого названия парни. Два минуса от Бондика. Без комментариев дальше. 6-0. Пользу Керчнет. Ну что, Five Stars. Киевский Газмяс. Соберитесь, ребятки. Чтобы не было 16-0. Надо ж все-таки что-то взять. Ну, пока все дико. Ребят, да, еще буду читать комментарии по поводу худа. Что нужно изменить, что доработать. Мы будем его постоянно апгрейдить. Я еще много-много интересных фишек хочу здесь добавить. Но ладно, все. Об этом пока попозже. Вот смотрим за вот этими ребятами из команды Керчнет. Здесь просто очень интересные девайсы. Вы их можете видеть. Царский делает первый минус. Вот я за этими девайсами пытаюсь следить. Минус с ВП. Минус от Джошика, минус от Бондика, плюс для Керчнет. Одно ВП падает, но есть еще, по-моему, Блейд. Минус Созик от ТТ. Блейд. О, Блейд! Вот это да! Да ладно, Андрей, просто жесть. Как... Просто без ума с упора разбил лица на зелени. И остается один Джошик. И его поймали. Бомба диффузится. 7-0, но что-то... Неплохо. Пока неплохо идет игра для Керчнет, конечно, тут... Но это такая разминка. Основные матчи, основные игры начнутся через, может быть, час, может быть, через два. Но там, когда уже начнутся такие пары типа ДТС, Керчнет, конечно, это будут дикие встречи. Плюс селекта, плюс ТМС, плюс дабл дэмэдж. Каждая команда может удивить. Селекта вот размялась в Intel Challenge, начал тренироваться. И вроде бы, ну так, немножко тренироваться, готовиться. И, конечно, там могут выстрелить парни на чемпе. Эти игроки были более чем по сотни раз, там, под, даже не знаю, очень опытная команда. Конечно, тоже может побороться Бондик с АВП, да? Ой, ну, тут уже развлекаются. Керчнет, по-моему, потихонечку. Три АВП. И полный отстрел. Может быть, уже будет 5 АВП. Но это когда уже денег будет у команды. Конечно, сейчас они просто развлекаются. Щелкают по всей карте. Только Созик и Домен у нас с кольтами остаются. Дарт последний игрок команды Five Stars. One Star осталось у нас. Давай, не бойся. Бих, ты можешь? Покажи, Дарт, что-нибудь. Ну, да, это не второй дивизион школьной лиги. Конечно, здесь другой расклад совершенно в матче. Квалификация Asus. Серьезный турнир. Очень серьезный. У нас будет через неделю. Но украинская квалификация, она не менее серьезная. И очень тяжело молодежи пройти, но нужно играть. Нужно играть, нужно набираться опыта. Пока 5 раз не проиграешь 16-0, то выигрывать не начнешь. Минус от Дарта, минус от Дамьена. Выбил 1 АВП, но... Тут без вариантов. Скучают, откровенно говоря, пока что Керчнет. Не напрягают их Five Stars. Ножи проиграли. Идет, конечно, 8-0. Это... Ого-го. О, вот это неплохо. Минус 2 от Five Stars. Они в большинстве. 4. Еще минус. Ну что, Блейд и Домен остаются вдвоем против четверых. Вот и раз. Ой, Блейд не попал.
Ну, меценат. Ладно, как его не убили, не понимаю. Блейд сдегла, стрелялся. Домена убили. Блейд ХАЕ снимает. И сразу там еще один игрок был. Первый раунд. Да ежешь, Five Stars. Аплодисменты. Уу. Ну так. Так веселее будет. Фанаты Керченет, не расстраивайтесь. Молодым нужно хоть как-то взбодриться. Хоть как-то взбодриться в этом матче, потому что Керченет играют просто от скилла и позволяют себе все что угодно. Ух ты, да, смотрите, что происходит. Куч просто в аркаду пошел. Минус Бондик царский подловил Куча дальше. Зря, наверное, побежал. Здесь уже Андрей работает с ВП. И в большинстве Керченет. В большинстве Керченет. Увереннее надо быть. Увереннее вместе, тимплей, ни по одному не выходить. Здесь видите, как отстреливает ВП. Только высунул ухо, тебе уже прорядили хедшот с ВП. Да, сложновато. ТТ и дарт 2 в 4. Минута 4 секунды, но тут снова. Снова все. Довольно печально и грустно для 5 звезд. Я хотел посмотреть, ну не ладно, не буду альтабаться. Хотел посмотреть, кто там дальше по сетке у Керченета, с кем может быть встреча. Минус от Блейда, подловил он дарта с таким грустным смайликом. Может, смайлик нужно поменять дарту, чтобы игра пошла в другую сторону, его развернуть, такую наглую лыбу надо поставить. ТТ минул, нет, не поймал, между пятыми там мог заловить, застрелять царского, не пошло, не попал снова, а там и Блейд снова подловил. Минус ТТ, 9-1 в пользу Керченет. И 5 раундов еще играть командам. Five Stars пока биты. Да, очень интересно. Нравится мне эта квалификация. Конечно, чуть по времени стартовала. Не так, как хотелось бы. Но по количеству команд, по интересу, по борьбе, это, по-моему, самая интересная украинская квалификация за последние 4 или 3 Асуса. Тут точно для меня очень. Это меня может только радовать. Еще все больше и больше команд начинают играть молодые, начинают переходить на Асус. Это уже хорошо, на зелени минус. Хотя после таких матчей Five Stars, наверное, мы не увидим еще долго. Хотя я думаю, что парни, наоборот, только зацепят такие поражения, и они будут играть сильнее. Минус 2, минус 3, зелень принимают легко. 10-1. Ну и пока понятно, что здесь игра в одни ворота. Может быть, ну я не знаю, там кто будет садиться следующий на сцену, кого мне предложат прокомментировать. Но я, возможно, успею переключиться на матч Селекта против Маверик. Он идет сейчас или начался. А может быть, еще Маверик не выиграли свою игру. Но вот там что-то такое должно быть. Либо оно уже идет. Либо Селекта Маверик. Но я не знаю, Маверик обыграли ли они нон-стоп. Может быть, нон-стоп их прошли. Посмотрим. Бондик первый минус. Блейда поймали на зелени. Он промахнулся. ВП. Царский минус где-то в центре. Ой-ой-ой. Ну куда же выходите вы в дым? Это плохо. Бондик делает минус. Фраг. Ну что, дарт и ТТ, 2 в 3. Еще можно, надо первый фраг сделать. Есть минус. И, ох ты, не попадает, АВП, 2 в 2. 2 в 2, и вот здесь вот. Ой, Созик, хорошо, фаст там, минус ТТ, проскачивает. Здесь же плант, 1 на 1, Созик против дарта. Ай-яй-яй, тысяч не попало. Ну, смотрим дальше. Такая дуэль будет интересная. Созик против дарта. 51, 50 секунд, конечно. Ну, тут Созик просто на опыте, конечно, отстрелял дарта. Дарт что-то слишком мунцевался, много стрелял с крыши, палил свою позицию. Но стоило, наверное, больше скрытно играть. Итак, 11-1 в пользу Керченет. Нагрубление над командой Five Stars продолжается. Гнобление, я бы даже сказал. Ну, может быть, может быть. Может быть, Five Stars сделают камбэк. Может, они там цари защиты на трейне. Конечно, мало в это верится, но смотрим, что у нас на Б. Так, какой-то созрел. Созик принимает иглом плотную, прикрывает его Дамьен. Выживает Созик. И последнего просто ловят вдвоем. Сразу же там даже не пытался игрок стрелять. Это был Джошик на план, наверное, шел. 12-1 в пользу Керченет.
друзья, продолжаем смотреть за нереальной зарубой Кирчнетов самим собой, наверное. Минус 3 от Кирчнет. Минус, а, четвертого как-то не убили, но сейчас его там недолго ему жить осталось. Инфа не доходит быстро. Кирчнет под пятым видели, но не достреляли. Дар последний, минус на зелени с ВП. Три соперника против него, ну и... Еще минус делает Дар, хэдшот, надо убить! А, ну тут еще второй режут, режут. Ай-яй-яй-яй-яй. Созик решил не мучить. Бондик недоволен, мы видим, что погнался за Созиком. Иди сюда. 13-1, ну... Да, веселятся. Кирчнет, последний раунд первой половины. Смотрим на хелсбар и смотрим на девайсы, которые появляются в руках игроков. О, вот я знаю, за кем нужно смотреть. Вот за этим парнем. Не успел я переключиться к вам, ребят. Дамьена на поджиме поймали. Ой, Бондик, ну что это такое? Просто въехал в... Ну, не буду говорить, куда он въехал. Соперника. ТТ последний. И ему тут просто... Ему страшно здесь. Ему здесь страшно. Что, 1-4. Валентинович, как называется ваша команда? Маустрэп. Я понял. Вы еще не продули? Уже? Ламерку? X-Fame Trio проиграла команда Валентиновича и Ботаника. Ну, у нас 14-1, тут уже почти все ясно, но... Но может быть. С чем черт не шутит? Ну, правда, разве не с командой Кирчнет, наверное. Пистолеточком. Ой, удачно. Кому-то залепили, по-моему, на пленте. Это дарт. Ай-яй-яй. Ой, что сейчас такое? Минус крыша. Царский. Суспа. Ох, как сейчас что будет происходить. Зажимается Б. Минус 2. Минус 4. Куч. Хорошо. Джекпот сорвал с хаешки. Минус 2. 2 в 3. Еще можно спасти раунд. Интересную пистолетку такую быструю сыграли Кирчнет. Ну, наверное, вот для команды Five Stars она бы и прошла. Бомб has been planted. И, да, да, да. Ну что. Созик. Неплохо, дал дэмэджу. Ну, Бондик все-таки зарезал, да. Добился он своего, делает минус. ТТ последний. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. И минус от Блейда, 15-1. 14 матчпоинтов для команды Кирчнет. Ну, свой раунд престижа команда Five Stars выиграла. Поэтому все понятно. Царский снова веселится. Давайте. На рыбалку идет. Эч. Рыба. Рыба. А где же враги? Минус от Бондика. Ну, вы видите, да, что вообще происходит. Где вообще самый главный экшен? На Б. Дамьен с М5. Работает неплохо. Куч. Ну, сейчас будет наказан, конечно. Сказал его Ой, Царский попал все-таки в Куча, снял его со скаута. И дарт последний, герой команды 5 звезд. Бомба стоит. Дарт, если честно, ладно, не буду говорить, что дарт. Видел одного из оппонентов. Но, да. Делает минус. Пошел. Теперь понимает, что бомба не здесь. И можно вешаться. Ага, вот, все-таки полетели с ножами на него Кирчнет. Сейчас будет охота. Он тоже принимает бой. Не стреляет и уже тут так. Все, порезали. 16-1. Победа команды Кирчнет. Да есть же ж. И мы ожидаем следующий тур. Ожидаем напряжных матчей Five Stars. Учиться, еще раз учиться.